Более 200 килограммов краснокнижной рыбы обнаружено в доме у жителя села Аташтуб Караганского района. Схром был выявлен сотрудниками департамента пограничной службы Комитета национальной безопасности РК и полицейскими района в ходе совместных оперативных мероприятий. Рыба осетровых пород общим весом 215 килограммов хранилась в холодильном оборудовании в частном доме. За нарушение закона жителя села могут приговорить к 12 годам колонии. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Незаконное обращение с редкими, находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию в виде растений или животных, их частями или дериватами. Назначены соответствующие экспертизы. Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 7-12 лет с конфискацией имущества, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.